Сохрани меня и не дай мне упасть. Обрати в любовь эту странную страсть. Привет всем! Сегодня у нас новый выпуск. Не буду говорить, о чем пойдет речь в этом видео. Все увидите дальше сами. Едем мы в деревню к нашему хорошему товарищу. Взяли с собой телевизор. Ну, думаю, сейчас уже догадаетесь, о чем пойдет речь. Присобачили знак. Слива как попало, короче. Ну ничего, мы что, поедем далеко, 50 километров от города. Ну, проедем пост, отдерем эту хрень. Что это говно просто. И покормит вид машины. Приехали к Паше в гараж. Брейнмо. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. Ну и сейчас дадим ему слово, что он скажет по поводу предстоящей работы. Здравствуйте. Ну что, машиновода славится своей коррозией на просторах России. Обычно попадает горе мастерам, после которых приходится все переделывать. Ну вот, здесь очередной случай. Показываем пороги, полностью перевариваем. Тут кто-то насрал вот так вот. Непонятно, как они вообще держатся. Все будет сделано нормально. Там полы, потом фотки покажу. Тоже присрали листы металла. Будет все меняться, переделываться по-нормальному. Здесь контактной сваркой. Порог будет приварен по заводу. Здесь что у нас? Арки. Тут, короче, Дима у нас арку вырезал и решил, что можно вот так прямо рубануть насквозь. Тоже насквозь. Будем что-то придумывать. Так. Здесь тоже будем все вырезать. Вот здесь какие-то насранности от старых сварщиков. Выровняем пол, сделаем поаккуратнее. Прям. Вот это что-то голый металл просто засран мастикой. Так не делается. Ну и так, я думаю, по мелочи тут еще много чего будет сделано. Потом покажем финальный вариант. Ну все, смотрим дальше, подписываемся на канал. Ну и, конечно же, как и обещал, блин, выкинем это говно.